Всем привет! Вот сегодня решил вам показать маленький такой фото-видеосюжетик про вид, который открывается из рыбацкой деревни на город Будапешт. Ну вот, кто был в Будапеште, конечно же, бывал в рыбацкой деревне. В принципе, это, конечно, новодел, но он достаточно красивый. А вот с него открывается такой вот шикарный, обалденный, конечно, вид на Будапешт. Дунай. Вот здание парламента. Красивейшее, конечно, здание. Резное, воздушное. Почему-то чем-то напоминает мне какие-то здания из Венеции. Не знаю, это мое личное мнение. Очень много народу. Везде слышен галдеж. Все смотрят, фотографируют, снимают. Вот собор Святого Иштана, если я не ошибаюсь. Я тоже там был, прямо наверху. Ветер ужасный, я там фотографировал, как-нибудь покажу вам вид оттуда. Вот мост знаменитый со львами. Красивое, конечно, место очень. Сюда идет автобус. Евротур, он, по-моему, называется, хип-хоп. Такой автобус, на который 20 евро платишь, в течение 2 дней можно ездить по всему городу с определенными остановками. Можно просто садиться на этих остановках и ехать по маршруту. А маршрут проходит практически по всему городу. Очень удобно. Вот я сюда приехал и залез на какую-то башенку. И вот решил пофотографировать, поснимать, вам показать. Красивый вид. Очень интересно. Для фотографа вообще хорошее место. Будапешт мне понравился, да. Хороший город. Я уже там не впервые. Вот, собственно говоря, и все, что я бы хотел показать. Вид Будапешта. Вид с рыбацкого бастиона на Будапешт. Всем пока, всем привет, до встречи. Путешествуем. Yeah.